Американська тенденція доставки їжі додому активно завойовує серця українських споживачів. Тож супермаркет, ринок чи онлайн-покупка, чому саме надають перевагу миколаївці, зараз дізнаємось. В основному на ринку. Доставкою не пользуюсь, а люблю від тебе. І от возле автовокзалу этот Walmart. Там хороший вибір, свіжий товар. Ні, онлайн-доставкою не пользуємося. Продукти, не знаю, наверное, в магазинах, в супермаркетах больше. Ну, продукты чаще в супермаркете покупаю. Иногда, если есть время на рынке, доставкой еды не пользуюсь. Нет, онлайн-доставки нет. Мы свое. Звичайно, наш радий представити нашого ранкового гостя Олександра Мар'янко, власника сервісу доставки продуктів. Радий вас вітати. Доброе утро і вам. По поводу, конечно, как видим, онлайн-сервисов доставки еще многие и не знают, потому что на самом деле в больших городах это уже популярно и во всем мире. В Николаеве, наверное, в причину того, что мало таких сервисов. Мы о вас даже узнали вот буквально недавно благодаря соцсетям. Как вообще появилась идея и что мотивировало вас создать вот подобный сервис в Николаеве? Доброе утро еще раз. Реализация нашего проекта началась действительно сравнительно не так давно. Мы работаем около полугода. До этого летнее, осеннее время мы занимались, проводили несколько промо-акций для того, чтобы как раз познакомить людей о нашем сервисе, о наших услугах. А до этого мы изучали рынок, изучали моменты хранения, изучали и искали хороших поставщиков нашей продукции. Идея, честно говоря, родилась случайно. Как банально звучит, соседка попросила привезти ей картошку, которую она уже, ну, пенсионер не может привезти, тяжело. Сама себе, да? Да, не может. Ну, помогли. Потом подумали, что тяжелые сумки, трата времени, это как раз есть те факторы, которым нужно устранять. Воспользоваться как поэтому раз. Поэтому мы предлагаем тот минимум, который люди себе иногда отказывают себе в свободном времени. Мы предлагаем им тратить больше времени для себя, для своих близких, а остальные заботы. Я хочу сказать, что вот услышал я еще по сарафанке, почему вас начал и параллельно искать, хорошие отзывы. То есть это уже, даже несмотря на то, что вы работаете только полгода, уже хороший знак качества вашего сервиса. А как происходит вообще этот формат заказа? Что нужно сделать вот человеку, чтобы заказать продукты и какие это продукты? Заказ, система очень проста. Есть несколько вариантов заказа. Мы предлагаем клиентам любые возможные, любые удобные для них способы. Самые простые – это позвонить по номерам телефонов, которые есть, это соцсети, которые вы называете, которые пользуются, кстати, большим спросом, и мессенджеры, Viber, WhatsApp. Человек, допустим, например, звонит оператору, оператор-консультант с удовольствием расскажет о видах, о всех наименованиях, о их ценах, подскажет о качестве, по видам и поможет выбрать нужные продукты. Человек делает заказ, он оформляется до обеда, грубо говоря. Для клиентов мы разработали удобное время нашей работы, для их удобства, опять же, это с 8 утра до 8 вечера продлили наш рабочий день, потому что большая часть населения работает, заняты, им удобна доставка после обеда и в вечернее время, особенно в выходные дни. Поэтому делают заранее заказы. Вот заказы, которые приняты в первой половине дня, доставляются в тот же день. Курьер перед доставкой непосредственно звонит клиенту, привозит ему на место указанный адрес, заказанные им продукты, и предоставляет ему овощи и товарный чек, в котором есть все наименования с ценами, весом и так далее. Какая-то предоплата должна быть для заказа? Предоплату можно сделать любым удобным способом, или на карту, или курьеру. То есть она должна быть, да? Не обязательно. Не обязательно. А бывали ли тогда случаи, когда привозил курьер и, соответственно, не было человека на месте или отказывались от продуктов? Бывало, немножко приходилось подождать курьеру, из-за этого сбивается наш график, потому что маршрут строится по времени. Люди, как правило, просят заказ доставить в определенное время. В связи с этим у нас очень жестко график. Если подводят, как правило, люди, то приходится выключать. Подводят уже других, да. Но по поводу того, какой ассортимент, то есть что именно, какими продуктами вы занимаетесь? Это только овощи, фрукты или еще что-то? Мы стараемся расширять наш ассортимент. Пока это тот необходимый минимум, который просят люди. Это так называемый борщевой набор, пользуется спросом. Ну, обычные, самые обычные овощи – это морковка, лук, картошка. А в это время
больше витаминов люди начали употреблять. Это цитрусовые, это яблоки во всех видах. Ну, я думаю, что о гарантии качества уже не стоит тогда говорить, потому что на вид уже можно все сразу понять, какую продукцию привозят. А по поводу доставки, она уже входит в стоимость или она, соответственно, тогда бесплатная? Доставка у нас бесплатная, это и есть наш вот огромный фишка, да? Плюс. Наша фишка, так сказать, да. При покупке любого наименования весом, общим весом, повторюсь, 5 килограмм, доставка осуществляется бесплатно. Но, как правило, меньше никто не заказывает, потому что все хотят получить бесплатно. Ну что ж, по поводу того, какие все-таки продукты, мы поняли, пользуются среди николаевцев спросом сейчас, и, наверное, самое главное, то, что мы анонсировали вам, дорогие друзья, этот вот сертификат у меня есть в руках, на сумму 200 гривен у вас есть возможность сейчас позвонить в студию и получить этот сертификат в свои руки и, соответственно, сделать заказ по номеру, либо в соцсетях, как вам удобно. Кстати, я так понимаю, что в соцсетях вы сказали, да, более популярно. Да. Как там делается заказ? Есть, возможно, какой-то каталог? Там представлен наш прайс-лист, там представлены наши товары, фотографии. То же самое оператор онлайн ответит, поможет оформить заказ. И где-то вдалеке я слышу уже звонки идут. Это хорошо. Значит, не только смотрят, но еще и хотят получить, как всегда, бесплатный сертификат. Это приятно. Ну что ж, будем ждать звонок. У меня есть еще к вам вопрос по поводу того, как вот работаете. Большая ли у вас команда? Пока нет. Пока можно назвать это семейным бизнесом. Работаю я, вот. Моя жена, мои близкие. Это отлично. Почему не просто так спрашиваю? Потому что это один из хороших примеров того, когда вот семейный бизнес хорошо и динамично развивается. Когда все свои, все заинтересованы. А ей звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Мы вас приветствуем. Доброго ранку. Вітаю вас. А як вас звати? Представьтеся, будь ласка. Юлія. А Юлія, дякуємо вам за те, що телефонуєте. Я так розумію, що ви телефонуєте за ось цим сертифікатом. Так, звичайно. Вирішила собі зранку зробити дуже приємну таку... В подарунок для себе, так? Ну що ж, тоді, я думаю, мучити вас довго не будемо, але запитаємо все ж таки, чи користувалися колись подібним сервісом, можливо, доставки в іншому місті, або ж, можливо, їжу взагалі замовляєте собі доставкою такою? Ну, частіше користувалися замовленням через інтернет побутової техніки такої, габаритної. А от завдяки вашій програмі буду знати, що в Миколаєві є така можливість. От так. В зв'язку з тим, що я зараз у декретній відпустці, можу, мабуть, дуже часто користуватися. Ну, тим паче, може, матимете шанс більше приділити уваги своїй дитині. Ну що ж, дякуємо вам за те, що телефонували. Залишайтеся на лінії, запишіть ваш номер телефону, щоб ми сконтактувалися і передали вам цей сертифікат. Дякуємо вам за те, що дивитеся, і гарного вам настрою на увесь день. Бажаємо. Ось так, бачите, тепер народ буде ще більше знати те, що є такі сервіси. Вам дякуємо за те, що створюєте подібне полегшення в нашому житті, що можна не витрачати час на покупки в магазині і на ті довгі черги ввечері після роботи. Я нагадую ще раз нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися з Олександром Мар'янко, власником сервісу доставки продуктів. Думайте про себе, замовляйте їжу і не турбуйтеся ні про що. Дякуємо вам.